Где шайба в воротах? Нет. Ой, должен быть просмотр момента. На последних секундах, как «Адмирал» 5 на 4 упускает Варнакова 1-0. Ух, вот это концовка, вот это матч. Сумасшедший матч. Расстроился «Адмирал», что не забили, и... Щитки положил на лед Налимов. Так, сейчас должно быть бах. Так, ну, похоже, была на воротах. По первому взгляду. Хотя, вы знаете, она ведь там в щитке застряла-то у Налимова. Очень сложный момент. Просто мега сложный. Может быть, даже сложнее, чем минуты ранее у ворот Гарипова. Вот она шайба в коньке. И вот оно движение. У арбитров Юрия Скирка. И Алексея Белова вот таких концовок, возможно, и не было, когда вот с интервала в минуту такие два мега спорных момента. Внимание! После видеопросмотра определено. Шайба пересекла линию ворот. 4-3 Акбарс. 4-3 Акбарс. Шайба пересекла линию ворот. Бедный Душан Грегор. Бедный адмирал. Да, ликует Казань, плачет Владивосток. По-другому и не скажешь, дорогие друзья. Как же так, а? Очень обидная игра для адмирала. С 0-3 команда вытаскивает встречу. В концовке играет в большинстве и пропускает за 2 секунды до конца.